Да? Да. Всем привет, Купцов Гараж, четвертый выпуск самого нерегулярного и, к сожалению, неподкупного шоу. С 2024 годом всех, будьте лучшими. Я Денис, он Максим. Звонит не значит вчера Максим. Не-не-не, ну что ты? Ну ты как? Ты неделю, два дня назад сказал. Что я сказал? Что ты знаешь тему четвертого выпуска. Я знаю тему четвертого выпуска. И какая она? Ну, скажи, я не подготовился. Скажи, какая она? Я подготовился. Сам у меня собой. Есть две темы. Нет. Ну, видимо, то. Почему ты выбираешь BMW? Да, наконец. Оно... Не BMW, нет. Нет. Ты сказал, почему... Вы, мы. Мы. Все выбирают BMW. Кто любит BMW? Кто BMW? Почему он BMW, собственно? Почему он BMW, да. То есть любит BMW. BMW, да, точно. Поэтому, по фактам. Вот. По пунктам. Я хотел бы начать. Почему ты BMW-ешь? Это был 2011 год. О, боже мой. Мы нашли объявление на Авито о продаже BMW E23 730. Без букв. Без букв. Карбюратор. Да, на карбюраторе. 44.1. И чё-чё-чё. Да. Машина, на самом деле, очень редкая. Да. Уже вот сейчас, наверное, такую вторую, ну, не найти. Да. Ну, можно, наверное. Но да. Не найти. Вот. То есть, вот мы ее купили, пригнали. Ну, вот сюда. И стали ее как бы изучать, смотреть, как что, как открывается дверь. Мы были в шоке, что так можно, что ничего не люфтит. Ты просто открыл-закрыл. Руль, он не люфтит вот так вот. Он никак не люфтит. То есть он жестко закреплен как бы. Тогда мы стали потихоньку разбирать. Там то это надо, то надо. И в процессе всяких этих разборов я обратил внимание, что все сделано просто гениально и просто. Одновременно. Просто гениально и просто. Да, да. И в то же время круто и надежно. Короче, ты BMW-ешь? Первый пункт. Не, первый пункт, да. Качество. Да, офигенное качество. Учитывая, что машина 79-го года, там были уже пластиковые хомутики на эти всякие стяжечки. Провода там, да. Всякие там вот эти закладные клипсы, все в цинке, все очень красиво сделано, даже внутри под панелью там где-то. Угу. Вот, это было первое, мы такие, нифига себе. Ну, я, по крайней мере. Такой, нифига, вот это все собрано, вот это все сделано. Ничего не люфтит, не болтается. Дверь, она дверь, ты просто бам-бум, она вся, не как там в жигах там где-нибудь. Это было первое. Потом я не поездил какое-то время, понял, что это вообще круто. И захотел себе купить тоже BMW. Но это уже было в 2013 году. И вот мы с ней вот ее потихоньку пытались что-то сделать, ничего не понимали, ничего не шарили. Тогда мы впервые вообще познакомились с каталогами BMW. Что, оказывается, есть просто каталог, где можно найти каждый саморез, каждую, блин, болтик, шайбу там, я не знаю. И тогда мы тоже офигели, что какой простой, удобный каталог. То есть, любой раздел открываешь, тебе все вот так вот, тебе вот принесли вот так вот, тебе в лицо это запихали, ты только просто тыкни пальцем на нужную тебе позицию. Да, тогда с номерами, со всем, вообще, вот, все-все-все. Я тогда тоже офигел. Это второй пункт, что офигенно удобные каталоги у BMW. Вообще, у любой BMW да, офигенно да. удобный каталог. Ничего лучше нету. Потом третий пункт. Это уже, наверное, прошел год. Так, ты молчи. Это уже прошел год, наверное. Мы сняли переднюю панель. Там была табличка под панелью с расшифровкой ее комплектации. Там какие-то по 4 цифры, 4... Ну, наверное, 4 пары цифр по 4 цифры. Ну, не суть, да. Ее можно было пробить, ее VIN-номер по базе BMW. Вот, то есть мы по этой базе пробиваем. Действительно, это 730-я. Она выпущена там, не помню, месяц, по-моему, апрель. Там прям дата, прям день именно, месяц, когда выпущена конкретная машина. А, ну там был такой прикол, то, что там было все данные, мотор М30, какая мощность там, то-то-то, цвет ее... Вот. Но не было расшифровки самой комплектации, что в ней запихано. Потому что это пошло с 80-го года расшифровка. Машина 79-го года расшифровка, соответственно, они еще не давали информацию о конкретной комплектации. Но вернемся к той табличке, которая находится под панелью. На этой табличке выбиты по 4 цифры, 4 пары цифр. Вот. Это и есть ее комплектация. Я думаю, что делать? Я ее фотографирую, скидываю фотку BMW Classic по почте. И они мне просто присылают расшифровку комплектации, что в этой машине стоит центральный замок на все 4 двери, АБС, стеклоподъемники и что-то четвертое, я вот что-то не могу вспомнить. Ну не суть, то есть пацаны такие, да кто ты вообще такой, это какой-то там 12-й год, наверное.
кто ты такой? Ну, они ответили, все расписали, что как, куда, что, зачем. Да. Это как бы третий пункт, что я вообще офигел, что так можно, что ты можешь у любой BMW забить ее ВИН, точнее, даже последние 7 знаков ВИНа, забить в каталог там или на сайт, или MD-кодер, или там, я не знаю, да их там миллион. Забить 7 знаков последних ВИНа, и тебе вся расшифровка машины будет. У тебя какая комплектация там? Мне очень нравится, мотор, код обивки. Да, да, код обивки салона, там, ну, вся-вся-вся информация. День выпуска, на каком заводе она выпускалась. Да. Все в основном выпускаются на заводе Дин Дольфинг ну, в Германии. Не... Да, в основном все. Ну, это там, это кроме X5 и так и далее. М5. Ну, М5. Моторспорт. ВБС. Моторспорт. Это как бы какой, пускай будет... Это третий все пункт, то, что комплектацию ты можешь любой BMW вставлю. Все расшифровать. Можно вставлю. Четвертый пункт. Нет, 5 копеек. 5 копеек, давай. Что тогда, вот я рассказал про каталог, запчасти, вот тогда мы впервые познакомились с заказом запчастей нормальным. На Exist, по-моему. На Exist был, да, потом был автодок, потом уже пришел MX. И вот тогда мы познакомились вот с этой всей огромной вот этой вот... Кухней всего, начали разбираться в том, что... В какие крутые масла, какое все. Ну, правда, на нас до сих пор смотрят, как на дебилов иногда, когда мы такие, надо заказать на него запчасти, такие, да иди купи. Нет. Ну, я имею в виду то, что настолько, вот эта вот вроде тема простая, там, да, там, с видами, запчастями, она вот открыла именно вот этот вот мир, что такое, ага, так все просто на самом деле. На самом деле все просто. Есть запчасти, бояться ничего не надо, разобрал, собрал. Что вот у тебя болтик, саморезик, там, то, все. Да. Фильтр какой заказать. А с какого года? Так, а у тебя же есть расшифровка, машина 79-го года. А, допустим, с 81-го другое шло, другой фильтр, там, или другая свеча, или так далее. Да. И ты просто все это подбиваешь. Ну, как бы даже каталоги, если ты забил ВИН, это в самом каталоге, он тебе даже автоматически... Там, будет подгружать то, что тебе нужно. В ETK он как бы сам режет, что у тебя в машине не стояло. Да. Допустим, взять 39-ку, он мне никогда задние пружины не покажет, что у меня есть задние пружины. Да. Потому что у меня сзади пневма. И он мне рисует именно компрессор, пневма там и вся пневмосистема. Да. Вот это офигенно. Это супер круто. И, ну, я не знаю, опять же, мы, видишь, мы же не со всеми машинами в мире имеем дело. Но опять же... Ну, вот сколько меня просили там заказать... Японские, корейские, русские. Нет, это вообще никак. Там ужас, просто не разберешься. Вообще ужас. Не разберешься. Вот даже... Может быть, то, что ты уже привык, что все можно сделать проще. Там все это вообще не просто. Нет, тут просто видишь, в чем прикол. Там можно через Google можно найти на все, что просто угодно. Пишешь в Гугле, да. Но это же неправильно. Неправильно. Ну, типа, это, не, так скажем, непроверенная информация. Потому что у тебя, допустим, блин, тот же Nissan выпускался на Америку, на Корею, на Японию, на Россию и там или еще. Поэтому куда-то. У них вечно проблемы, что ты им заказывают. Ты заказал, возврат заказал. Да. И вот даже я могу 5 копеек про Porsche вставить. Вот один фиг Porsche не дотягивают до этого. И ВАК не дотягивает. Вот есть PDF в каталоге. В принципе, спасибо, что он существует. Но один фиг неудобный. Сидишь, вот это вот все, и нет вот этой проверки, скажем, глобально. То есть ВТК еще есть какой огромный прикол. Да, ты можешь подробность запчасти, замены и номеров. Тебе даже ее фотка вес, будет. Ее вес, фотка, вес, материал, фотка, да. Какие замены по номеру были. Да. То есть вообще просто любой саморез, он даже ты можешь посмотреть, ну, по-моему, они вес не пишут. Нет, они на саморез пишут они длину. Они пишут длину и шаг резьбы. Нет, шаг резьбы не пишут. Почему? Они пишут. На ГУ 6.3 они пишут. А, ну это там да. Там вот эту всякую фигню. Но это же мы, это ихняя терминология. Ну понятно. Другая. Ну да. Шаг резьбы пишут они на таких болтах именно. Нет, они пишут. Они пишут М8 на 15. Пишут. Это значит длина. Они пишут шаг резьбы. На некоторых пишут. То есть что-то специфическое пишут. Специфичное. Ну вот если ты смотришь, там написано М8 на 1.5, значит там стандартный шаг резьбы. Для М8 это, да, 1.25, по-моему. Система оси измерений, которая общемировая, кроме... Америки, где там все в дюймах. И милях. Поэтому не хочется связываться, честно говоря, с американцами вообще. Да, мы думали, много раз думали, но такой, так, ну стоит ли эта машина, чтобы мы купили сейчас метчики, плашки. Да, свои метчики, свои ключи там. Ну именно конкретно, я не думаю, что которые на Европу пускали. Не, а мы не смотрим на Европу, мы смотрим, что, каприз какой-нибудь, Town Car, там по-любому полмашины дюймовые. Ну да, наверное, да. Ну вон даже туда я ездил, этот V8 от Dodge смотреть, открутить клапанку. Мне на 11, на 10 ключ, на 12, на что? Да, этот как, много, этот мало. Да даже возьми вот эти трубки высокого давления на М57, Common Rail, на рейку, на рампу. Угу. Там ключ на 16, он не подходит, угу. На 17 большой, там ключ 16,5. Ну, я не знаю, я образно говорю. Угу. И на 17 как можешь открутить, но ты немного эти грани
спиливаешь, как бы, потому что, видимо, там стоят американки, так называемые, где у тебя уплотнение через конус происходит и гайка большая. То есть это, ну, как бы американка. И поэтому там именно 16,5 ключ. Смотрите, потом наступает 2013 год. Я как бы в 2011 году захотел купить BMW, в 2013 году я осуществляю свою мечту и покупаю E38. E38, она вот тут будет, это как в бумере, короче, снималась машина. Тоже Дорис. Вот, я нашел, что было. В Волгограде было две машины тогда. Это будет четвертый пункт. То, что я вот ее купил и стал смотреть. У нее был монитор там 4:3 маленький, автомат. Офигенная, обожаю 4:3 бензиновая. Монитор. Это бензин. 6,8. Сам ты V8, 6 котлов, 2,8, вон там. V8, вот, да. Это как бы будет четвертый пункт, то, что прогрессивность. Согласен. Они на те года запихивали все максимальные технологии, которые были вообще в мире. Там стоял уже TFT-дисплей в 98 году, на секундочку. Выпускался он с 96-го. Да. Появился в 96-м, уже, ну, он и ставился с 96-го, видимо, появился в 95-м. Уже TFT-дисплей, что в 98-м, ну, даже в 2013-м в машине TFT-дисплей уже тогда, блин, нифига себе круто. Хотя там, ну, это мы-то бичи, понятно, мы-то шарили, что куда. Ну да. Вот. И то, что я тогда офигел, нифига, 98-й год, у вас уже, блин, TFT-дисплей, антибукс. Да, антибукс-система. 10 подушек. 8. Сколько? Там, по-моему, было 8 подушек. Вот, ну, я, не суть. Вот я об этом 8 подушек, говорю. То есть, эта машина, это вообще все машины. То есть, где-то что-то изобрели, пацаны такие, так, нам вот это, там, это миллиард, да не вопрос. Все, они миллиард отсыпывают, вот это все забирают, там, это самый последний Bosch система ABS, там, последняя версия, я уже не знаю, там, как она называется. Сам последний система ASC, сам последний вот эти мультимедийные всякие штуки. Там была еще антенна в крыше, антенна GPS. Тогда мне скажи в 98 году, что такое там... GPS, я... Там была в ней навигация, то есть, да, но оно не работало, понятно. Были. Ну, вообще они, да. Ну, ты мог, если был в какой-нибудь Польше, то все работало. Нет, я даже мог сказать. Да, московские карты были. Можно были, было московские все были. Было. Она же официально продавалась. Вот я об этом тоже, вот у меня на эту тему... То есть, это четвертый пункт, это прогрессивность. То есть, все мировые технологии пацаны брали и запихивали. Можно, например, E34 скажу? Вот я когда... У меня... Ну, E34... Ну, подожди, да. У нас была E34, сам первый появился у нас, это был Туринг. Это был 91 год, там уже было БС. Мы обсудили, что в E23 был АБС, АБС появился там на 106-м Мерседесе, впервые в штат. Да, первый это Мерседес. И для меня, как вот для вот этого немецкого ввода, было АБС это база, она всегда да, есть, да. Это база твоей безопасности, ну в целом. Опять же, у нас сейчас придут и крикнут, что АБС не работает, с ним невозможно тормозиться. Нет, для вот базового в машине АБС должен быть для всех, для домохозяек, для пентюхов, для кого угодно. Если ты умеешь, он тебе не нужен, отключил АБС, ездишь без него. Но в целом он нужен всегда, он полезный. И когда я познакомился вот с ребятами, у кого японские машины, тех же годов, 91-х, а у них АБС-а нету в базе, у меня, ну, я закоротил на какой-то момент, у меня мозг вот так сломался, думаю, какого фига нету ни АБС-а, ни подушек безопасности? О, у нас то есть ионизация воздуха. Ну, полезно, ё-моё. То есть ты разбился, но в суперчистом воздухе. То есть ты прям бах, вот так сдох, но воздух был нереально чистый, пока ты не сгнил там. То есть я понимаю, ну, что вот по-разному шли процессы. Мне просто вот ближе немецкая школа автомобилестроения, как я уже выяснил с годами, даже на примере Porsche. Вот те шаги, которые делали они, ну вот именно в Поршах, не говорю про все немецкие, опять же, машины. Вот АБС, базовая вещь, да. Подушка, базовая вещь, да. Какие-то вот эти штуки для безопасности. Сначала не было. Но они были как опция. Там год был ранний. Там еще что хотел дополнить. А, по поводу подушки безопасности. По-моему, появилась это конец 80-х, начало 90-х. Но вообще она появилась еще в E23 в Ресте. Была в E23, была в Ресте, как опция для Канады, там Америки. Вот она такая была... вот. Блин, да, там огромный. Сейчас фотку составить. Приём. Фотку составлять. Да мне и так. Вот. И на E34 она тоже была. Была, как у меня была. Опция. Мониторы, мультимедии, это все может быть прикольно, но в целом на машину это никак не влияет ровным счетом. Ну да. А да, вот да. Как машина едет, это вот базовые вещи. То есть BMW вот первыми там, ну не первыми, но вот начали запихивать в эти вот М5, эти электронные подвески, ЕДЦ так называемые. И они вот их пихают до сих пор, там это ЕДЦ, это вот корни вот 91 год. Что вот здесь у них? То есть это тоже такая вещь, вот они такие, а как там сделать М5 и комфортнее, и некомфортнее, и вот это вот все. И чтобы можно было там два мешка картошки положить. Тот же самый автосвет весь, это что же они законодатели всей вот этой темы. Ксенон, самый первый в мире серийный ксенон, Е32. Я к тому, что
вещи вот такие важные, то есть подушки, ABS, антибукс, там, эти, опять же, если вы возьмете E39, ну, во многих машинах будет круиз, то есть машин без круиза, ну, единицы. Ну, почти да. везде будет круиз, потому что это важная вещь и для той страны, и в целом, то есть это полезная фигня. Те же самые ЦЗ-хи. ЦЗ-хи BMW пихает сколько лет уже, а это же тоже безопасность. Что-то, ну, заблокировал, никто тебе не откроет. Не, ну, то есть удобно. Удобно. Чик, мы, у тебя все закрылось. Даже, а, я тогда еще офигел C23, что у него был замочек на лючке бензобака. И для меня это было тоже как бы открытие. Говорю, как, оказывается, можно было, не как там... где-нибудь, что мы тогда видели, там угу. эти приоры, шестерка была. Вот, то есть ты закрыл замком, у тебя закрылся лючок без бензобака. Блин, ну это круто. Так они до сих пор так везде. 79-й год. Да. И до сих пор все, даже там, по-моему, моторчики выпускались. Да там, да. Ну, так же и в этих все сделано, собрано. Следующий пункт у меня такой. Когда вот у меня уже была М5. Опять ты года. Да не пи, ладно, пофиг пусть. С теми годами. Там те года бородатые уже, что их вспоминать, там пентюхи были. Когда была уже М5, мы познакомились с Антохой. Даже сейчас. И Антоху, да пофиг. Антоху меня тогда спросил, почему ты купил BMW? И я-то ходил долго, думал, потом понял, почему. Потому что... И вот даже, вот опять же, это название видоса, это главная тема, почему ты, почему ты покупаешь BMW. Да. То есть, опять же, мне кто-то спросит. Вот у нас только что был с тобой разговор. Макс говорил, вот, Jaguar F-Type, бе-бе-бе. Я да ему... Подожди ты, никого не сравнишь. Что ты какой богобоязненный, сравнительный. Что там тебя, кто тебя там осудит за что? Короче... Баланс всего в этой всей фигне. У тебя вот есть та же самая E34, я с этой колокольни смотрю. Машина комфортная и рулится. Вот опять же, я говорю за свою машину на айбахах, не за разваленные ведра эти обоссанные, непонятные. Хорошая машина, собранная E34, это тачка, которая супер круто рулится, супер комфортная, нормально едет, дрифтит. И всегда все делает идеально хорошо. И ты можешь вот в этой вот всей системе взаимодействовать. Как? У тебя может быть редуктор с блокировкой, без блокировки. Мотор такой, сякой. Подвеску какую ты хочешь. Пониже, повыше, пошире, поуже. Колесики, шиночки. Б-б-б-б. Ты все это можешь делать вот в этой вот BMW-шной вот экосистеме. Там у меня вот Антон спросил, почему я купил, типа, тогда туринг был у нас. Привод задний, ездить интересно. Все нормально, сделано нормально, собран нормально, рулится. Под капотом нормальный мотор с нормальной системой питания, которая тебя не мучает. И ты просто кайфуешь и наслаждаешься ездой. Да, в мире много прикольных машин. Но когда мы начинаем что-то обсуждать, там тоже, о, Альфа Ромео классный. Блин, классный, да. Привод только шляпный. Что делает с этими передними колесами вот этой фигней? То есть задний привод базово всегда интереснее, круче и более правильный для обычной езды. BMW вот эта крутая вот эта вот экосистема, как я ее теперь называю, как я теперь понял, как вот это все делать. То есть вот сейчас мы вот даже что-то обсуждаем, надо построить какую-нибудь дрифтовую, даже как мы Колымагу строили, надо построить какую-нибудь дрифтовую крычелыгу. Так, мы можем взять кузов от этой машины, двигатель от этой машины, коробку от этой машины, и это все вместе будет работать. Потому что, чтобы тебе сюда поставить какой-нибудь редуктор, тебе не нужно идти переваривать подрамники. Ты просто взял редуктор от другой модели, сюда поставил, он подошел, ну вот это вот все. Да, и еще, вот это супер удобно. Еще такой важный момент, я не знаю, можно пятый пункт сделать, что у них градация идет, допустим, поколение пятой серии, там E30, там... 4, E28, E39. Угу. Это как бы поколение машин. Да. Как бы серии, ну, типа они все в одной серии, вот эти поколения машин. Угу. Потом у них идет там 520, 525, 530, 540, там туда-сюда. Угу. Это разные модели, это разные машины. Они почему-то, ну не знаю почему, но скорее всего я знаю уже почему. Почему они делают как разные модели, то есть... Я опять не буду сравнивать с жигами, просто не буду говорить. То есть это разные модели. Понимаете, что такое модель машины? То есть это вот конкретная модель машины, типа своя какая-то. Допустим, возьмешь ты 520-ю E34, угу. Там будет много отличий от 525-й E34. Также у 525-й будет много
отличается от 535-й. От 535-й, от 530-й, от 540-й. Вообще это другая машина, да, абсолютно, да, практически. Да. Но они все вот в одном поколении. Да, но они все как бы в одном поколении, но разные модели машины. Это очень важно. Поэтому они называют их понимание. Серия, модель, поколение. То есть есть серия 5-я, серия 7-я. Да. Там разные модели. И все это в одном поколении. Законодатель мод всегда 7-я серия. Всегда. Выходит 1-я, 7-я серия, где напичкано все вообще. И потом уже начинают уже ответвляться, ну, на пятую серию, на третью серию. Ну, их сейчас делают, уже миллион с этих серий, да, как да, бы, да, мы да, не да. будем этого касаться. Мы застарел потихоньку. Потихоньку. Ну, чем старше, тем круче. Ну вот меня, если честно, меня вот прям супер старый BMW будоражит все меньше. То есть, ну да. Меня какие-нибудь... Ну, E12 прикольно, но вот там даже 2002 турбо. Вот мне сейчас скажи, продай все, купи 2002 турбо, я скажу, ты не. Ну типа, то есть прикольно. Все круто, классная тачка. В Assetto Corsa, когда катались на руле, супер, да, круто, супер едет, круто. Звук классный, мотор классный, все круто. Но вот, ну у меня не лежит. Вот это то, ну, же самое, что же. У меня не лежит к E36. Давай уже мы пятый пункт. Да все, закончим с этими. Да. Давай это шестой пункт. Да. Посадка в BMW. Посадка. Какая посадка? Да, возможно. Потому что это, ну не знаю, 50% твоего понимания машины. Да, согласен. Не, эргономика это, да, эргономика это, ну, мы все это, да, да, посадка, да. Эргономика, это удобство нахождения в салоне, супер круто, как бы, супер вообще, вот это. Как, ну, они делают кнопочки? Опять же, они... нам по душе, может, кому-то не по душе, кому-то удобно. Кому-то, да, все по душе, просто никто не ездит и сидят, ну, в интернетах. Ну, грубо говоря, вот, так и никто есть. Не ездит никогда. Кто-то тоже, ну, я покатался на E39, мне не понравилось. Как это? Я просто не понимаю. Как ты покатался, что я могу не понравиться? Что там? Ну, просто машина рядом стояла, ты рядом катался с ней? Непонятно, что ты хотел. Да. Кто говорит, я посидел в E65, прикольно. Да так вот понять невозможно. Вот у Макс даже была E61 Touring. Вот он прикольно, вот он раскрылся года через два, что реально крутая тачка. Как, ну, в нем ездишь, как в нем сидишь, как в нем крутится руль, как в нем тормозят все педали. Я хотел сказать то, что там посадка мне не нравилась. По одной простой причине. Там были спортсидения, и мне было неудобно. Тебя сиденье как будто так выгибало. Угу. То есть у тебя не было поддержки плечей, угу, в сиденье. Мне не зашло. А мне нравилось. И мне еще не нравилось то, что вот эта средняя консоль, ты ощущал себя как бы чуть-чуть, да, зажатым. Места в ней мало. Тихо, тихо, почему тихо? Зажатым. Тесно тебе было. В ней очень тесновато. Хоть я и не такой жирный, но, блин, это. В ней тесновато. Вот я не понимаю, почему они от E39 ушли в E60, где, ну, не так удобно. Сзади место, да, так же, что в E60, что в E30. Не, мне нравилось, как... Ну, E34 чуть-чуть поменьше прям. Мне нравилось, вот, знаешь, что... Вот это мне непонятно было, почему. Поэтому вот так. Не, вот. Мне в E60, знаешь, что нравилось? Что и было в копейке потом. В ней какое-то было ощущение маленькой машины. То есть, да, она... Ну, на руле. На руле, нет, и она так как-то... То есть E60 казалось... сильно по размерам меньше, да, чем E39. Есть, хотя E60 больше. Да. А в E39, наоборот, в салоне кажется, что машина весит тонн 5 минимум. Да. По размерам это ты просто на каком-то вагоне, ресторане едешь. Ну, не меньше. Вот. При этом, ну, E34 в этом плане самое вот, ну... Ну, кстати, да, я могу, уже поездив на E60... Блин, ну опять, чем, давай мы, да, все, видео, да, про, да, ну не, ну, ну, да, не, давай, ну, про любовь BMW. Да давай говори, все, давай. Да говори. Нет. Да никакую любовь, что ты это, тебя боевист покусал. Говори нормально. Что ты хотел сказать? Ты поездил на том, давай. А, мы поездили. Наоборот, это правильно, это вывод. Ты вот взял 10 пунктов и сделал один. Все. Гр-гр-дыр, давай. Короче, после того, как ты поездишь на E34, E39, E60, E87. Ну, на X5 я чуть-чуть поездил совсем. Я ездил на 53. E53. Я тоже поездил. Мало, правда. Все вот это, если так вот в кучу сделать, то самая сбалансированная машина и самая оптимальная по качествам и всех вот этих машин, это и будет E34. Да, вот, да. Самая вот такой, да, вот парадокс. Золотая середина. В ней нету. В ней Android ты не запихаешь. Ну, если сильно захотеть, ты запихаешь, конечно. Вот. То есть, я не знаю, кому нужен Android в этих машинах. Я тоже не знаю. Вот что тебе? Ну, у тебя телефон с Android или с iOS. Зачем тебе в машине еще Android? Я не понимаю. Ну, ладно. Выглядит уже. Ну, не шляпа. Не суть. Мы за оригинальность, короче. Всегда. Вот. И то есть, такой вывод, как бы, интересный. А я давно за этот опять. Опять же, что у тебя E34... Как бы просто машина нормальная. Хорошая, скорее, да, всего, то, скорее что всего, машина хорошая. Она еще как бы, у нее потребительское качество еще, да, блин, да, не иссякли, так сказать. Да, просто по посадке E34 супер круто,
низко посадку сидишь, еще, ноги да. прямо, руль удобно. Да, ну, да. руль, может быть, хотелось ну, бы да, иногда. Да, но... да, да, ниже, но не регулярно. Вот. Просто в E39 они переборщили с люксовостью да, вот этой вот. Да. Там вообще сервант, вагон, ресторан, но не меньше. Е60, они такие, наоборот, в хай-тек, мы, йоу! А тут японская магнитолотехника. Да, да, да. Да, в Е6, наоборот, мы хай-тек, у нас очки такие эти, кепка на бок, они такие, йоу! Да, йоу, тут монитор, у тебя горб этот на панели. Да, у тебя дерево блин. Ушло, какой-то алюминиевый пластик, не, ну, ну, было, ну, мало. Мало, у нас почти все с алюминиевой этой фигней, материалы такие все холодные, такое офисное, короче, здание, ну, на колесах. Ну, по материалам круто. Ну, круто, не, крутая тачка, качеству, имею в виду, вот, круто, вот по вот этим вот дизайнерам. Здесь даже есть, как бы... момент по материалу пластик. Сильно они перемудрили, мне бесит это вот их тряпочка ну, да. на тряпочку, об тряпочку тряпочку, ну оно вообще вот там иногда вот прям бесполезно. Ну, блин. В 3-4 шумки нету в ней, то тихо. Кстати, в E34 очень... В 3-4 нету шумки, там шумка, дверная карта это бумажная, вот это вся твоя шумка. Из картона. Вот вся твоя шумка. Не, ну там есть вот этот поролон. У меня его не было, когда я купил, и я потом поставил, ох, тише стал. Вот эта эргономика, да, мне еще что нравилось всегда в BMW. Вот, опять же, вот они в E60 вот это нарушили тему. Всегда было как? Слева габариты, справа туманки. Всегда ну, было. Блин. Это E23, 34, 28. Нет, 28 слева было. 28, нет, ладно. Нет, было, было. Нет, у нее вот с этой стороны все. Это Санек, напиши. Да слева. Типа, было там. Вот. В E38 и E39 самые топовые переключатели света вообще в автомобилестроении. E31, мы забыли про E31. Да потому что не моя купил, поэтому наша. Мы забыли. Купил бы, вообще бы не забывали никогда. Только про него видосы выходили и все про E31. Никто ничего не понимает, но все кайфуют. Ну да, там заказала это раз в год такую запчасть, как у тебя была, которая шла 50 дней, которая стоила... Ну как я. Конь. Ты меня больше понимал с Поршами. Когда с Пенсильвания фильтрбокс едет полгода там через 5 стран. Короче, эргономика, да, вот это отдельный пункт, круто. Нет, опять же, мы никого сейчас, ну, опять же, не обсираем. Есть машины с крутой эргономикой. Там в видосе про Porsche я говорил, что в Porsche крутая эргономика. Просто они разные. То есть BMW, у нее эргономика такая, что тебе и комфортно-комфортно, и спортивно-спортивно. Ну да, то есть у них идеология машины изначально задумана. Ну вот она какая есть, вот как они пишут, там, Ultimate Driving Machine, да, вот она вот такое так есть. Так она есть. Да, те же самые M5, то есть вот это вот опять же все, о, быстрый седан. Так эту фигню зародили эти вот баварские молодчики. Вот этот вот супер-быстрый седан. Самая бесполезная, конечно, вообще класс машин в мире, вот это M5. Да, да. Самая бесполезная фигня в мире, вот это M5 E60 или даже вот EF90 все. Самая бесполезная. Нафига тебе в семейном седане 700 лошадей? Что? То есть у тебя спорткары слабее, чем этот. Ну вот это даже фигня, когда выходила, были тесты, ну M5, E34. С Тесторосой. И... Феррари Тесторосо здесь будет. Да. И Тестороса проигрывала по каким-то пунктам. Ну, понятно, это был такой полушутливый тест, но именно сам факт, что у тебя семейный седан можно сравнить с, блин, твоей мать с Тесторосой. Ну, типа, это, ну, вообще нонсенс какой-то. Ну, вот, опять же, дальше. Дальше какой пункт? Да я уж шестой. Не, имею в виду, что? Что? Я все. Ты все? Ты ну, вообще есть... не раскрыл ничего. Ну, я хотел еще сказать про дизайн. Уф, это отдельная, да, это, потому что, это картина Ван Гог. Опять же, это вкусовщина у каждого своя, как бы. Вкусовщина. Вкусовщина. Эстетическое наслаждение автомобилем. Нет, много крутых, я понимаю о чем. Вот, нет, умейте дифференцировать. Я это не понимаю. Я понимаю. Я хочу сказать про дизайн E60. Да. Про дизайн E60. Опять возвращаемся к E60. Каждый видос про E60. Порой называют это E60 и блоги. Ну, ну вот даже сами сравните. Блоги E60. Вот сами сравните. Мы не будем говорить, что Крис Бенгл, там, 2003 год, всех. Ты там, уже сказал. А, мы не будем про это говорить. Не, только что никто сказал. Не знает, кто это, но не важно. Все знают, все знают кто это. Ну вот, смотрите. Такая интересная особенность, которую я заметил уже давно. Давай. Вот задний фонарь E60. Да. Тут фотка будет. Ага. Он залазит на заднее крыло. Ну, кто такое еще до этого делал? Никто. Никто. Ну, именно вот так залазит. Там у всех чуть-чуть дозалазит. Смотрите. Потом берем вообще... переднюю фару. Да. Она тоже залазит, она вот такой формы, залазит вот так вот. Да-да-да. Никто так не делал. Это 2003 год, запатентовано в 99-м или в 2000-м, но не суть. Возьмите Kia Rio Restyling. Там передняя фара сделана так же. Да, это 14, 15, 16. А у Соляриса как задние были. А задние также сделаны, как у E60. Не, я понял о том, что крыло. То есть они законодатели, тогда, законодатели опять же вот этой какой-то моды. Да, да.
Да, то есть ни у кого тогда так сильно на крылья ничего не заходило. Это нужно учитывать. Но вспоминаем опять ангельские вот, глазки. Да, ангельские глазки. Они задали тренд на 20 задали лет тренд на 20 сейчас лет все вперед. Там свою диодную линию пихают. Да, да, раньше да. не было. Раньше ну, габариты. Вот, первый реально, кто начали круто уделять внимание габаритам, это вот эти BMW-шники. Потому что до этого вот Мерседесов какие-то вообще не понятно. Вот для меня большая боль 44-й Porsche. Вот он стоит... Вот кто не знает, вот непонятно, что это за машина. Ну, да. Вот BMW, никто не знает, понимает, что это BMW. Вот в чем да. прикол. Вот 3-4, да. та же там, вот у тебя стоит двое день там, вот так вот выглядывают из-за уголка, сразу видно BMW. Porsche стоит, Mazda, Mitsubishi. О, ёпта, герб, это Porsche. Что, у него включаешь габариты, там, чёк, зажигалку, бампер поджёг, ну, что ли. Да, там BMW тоже тогда... Ну, хотя нет, тогда BMW были вот с такой акулей мордой. Ну, Е28 была. Морда. И те же габариты были. Какой-то задали тренд, да. и потом потихоньку распрямляли клюв, а сейчас они опять его туда запихивают. Да. Ну, вот это да, я согласен, что вот они дизайном, светотехникой сдают тренды всем. Да. Всегда. И все потом все. И, кстати, еще такое. Ну, это не относится к любви. Это относится, наверное, к пункту прогрессивных технологий. Тихо, успокойся. У меня про эргономику пункт просто я увидел. Держись. Смотрите, я до сих пор этого нигде не видел. Не знаю почему. Видимо, патент нельзя этот выкупить. Правый дворник у 38-й, вообще 94-й год машина вышла. Да. У нее правый дворник с дебильной кинематикой. Ладно, вы скажете, у 124-го один дворник тоже с такой же дебильной кинематикой. Да. Но где вы видели два дворника с разной кинематикой? Я нигде не видел. Mm-hmm. Только в 39, 38, Е60, там вот это все. Ну да, да, то да. То есть там у тебя правый, это правда, правый дворник, у тебя правый дворник делает вот такое движение. То есть, ну тут будет фотка. Вот такое движение, он очищает, ну вообще дворники на, допустим, на 38, 39, очищает, ну, практически 90% стекла. Ну, да, там круто. То есть, я нигде, я тогда, это было, ну, это мы опустим в пункт, как бы, прогрессивной технологии. Пофиг, да. Ну, блин, ну, это ж круто, это удобно. У нас просто же диалог, мы не будем какие-то пункты прям. Это, так ладно. Про 38-й, что там они еще прячутся под капот. Да. В 39-ке как бы. Не видно, что у тебя есть дворник. Вообще, да, и в большинстве дворников нет. А чтобы у меня дворники, нужен рычажок, по-моему, это верхнее положение. Выключаешь этот... Жигу. Ключ, ну не Жигу там, ну, АЦЦ, это, да. АЦЦ. И у тебя они вот так приподнимаются. Угу. И то есть такой, о, можно поменять, спасибо, да. что вы это продумали. Да. Ну и что ты хотел еще сказать? И хотел еще по поводу вот этих дворников, по поводу этой кинематики. Что это кинематика, ну ни у одной машины не видел, чтобы она ну, да. разваливалась. Да, проблем с ней. Разваливаются трапеции. Там, они то, везде все. Отваливаются. Вот, ну кинематика, ну нет. Пункт я вот говорил про эргономику. Приборная панель. О, да. Е34, 39. Ну, опять же, мы познакомились? Да. Е23 с этим. Что приборная панель стоит вот так перед тобой, вот так. Да. То есть, руль не перекрывает, ничего. Где, ладно, даже вот именно 34-я же самая приборная панель, эти цвета особенные вот эти вот. В 39-ках вообще появилась подсветка вот этого салона, первая там, я не знаю, в чем. 38-й. В 38-й, вот эта подсветка салона, это офигенно, этот вот янтарный. И даже самая приборная панель... Ну, подсветка салона, ты путаешь. Диод. В светильнике стоит два диода, которые светят на центральную консоль, и у тебя вот тут как бы такое... Красное зарево. Вот, то есть это тоже такая мелочь. Да, и особо... Опять же, это и в 39-ке есть. Да. Не знаю, в 36-й есть. Я даже, знаешь, что видел? По-моему, у Карлика в 36-й тоже есть. Да? Точно. Эту тему я видел, что в 34-ю свапают с 39-ок эти диодики. Ставят в 34-ю диодики, что в 34-ю так все подсвечивается. А они подходят плохо? Нет, именно там отдельно впаивают. Не, именно, чтобы вы понимали, как это работает. То есть у тебя в салоне темно, но светло. То есть у тебя в салоне темно, но ты видишь, что в салоне, потому что весь салон как бы подсвечивается таким вот темно, вот темный мутно-красным светом, и все это очень круто светится, блестит, и салон, короче, весь такой красно-оранжевый этот крутой цвет, и приборная панель, вот я тоже забыл, насколько крутые приборные панели. Да. То есть читаемые, информативные, все на своих местах. Опять же, есть с чем сравнить, поэтому это уже прям записываем в такой плюс, вот уже прям вот железный, потому что есть с чем сравнить. Много на чем покатались, те же самые Porsche есть, в которых там в 44-м приборка, тахометр снизу вверх, тахометр тут, это там.
указатель топлива, ну, как-то там, пацаны, разберетесь сами, вот тут, да. Вот он там вот там. Один так, этот, там лампочки какие-то, ну, там эти ВДО-стандартные приборы, как в геликах ранних такие были. А вот именно BMW, вот это тоже же дорого стоит, то есть, парши пошли, в одну приборку давай от ВДО возьмем приборку, ай, поставили, все. А BMW такие, делаем свое. И они вот, да. Вот сделали свое, что у тебя слева датчик топлива, потом что у нас, спидометр, тахометр, температура. Все. Да. Это выпускалось, я думаю, на протяжении лет 40. Да. Всё, вот это там вот. У тебя экономайзер. Да ладно, даже новые вот эти приборки, которые нарисованы, они один фиг того же дизайна, теми же корнями, в те же года идут. Да, еще это у Е23 приборки были как самолетные. Разлиновка была. Это разлиновка. В ранних дорестовых машинах. Да, в ранних дорестовых машинах была разлиновка. А если мы посмотрим... Как он называется? Не альтиметр? Ну да, короче, высота. Горизонталь альтиметр. И вертикаль. То есть у тебя самолет, видно его вот это положение. И там были, да, разлиновки вот такие прикольные. Вот в этой плоскости, так сказать. Короче, и опять же вернемся к той же самой Е60. Там всегда все ругали приборку, там же поменялся дизайн приборки. Ну просто 2-2 прибора вместо чего. Так это же все к чему идет? Рестовые Е23 и Е28. В ней же две. Ну там же тоже шкалы есть. В ней две эти? А нет, в середине, у да. У нее, да, это шкалы. Вот. И у нее в середине, где шкалы, там потом в Е60 стал экранчик. То есть они потом этот дизайн, который как бы с 80-х, они потом выпихали вот копейки, тройки, вот эта вся тема. Е60 и вот дальше. То есть там вот эту всю тему, то есть они такие, так, а у нас было там, ага, мы то. То есть, на протяжении там, не знаю, полвека... Ну, больше. Даже да, больше, да? Они вот эту... Они как бы... Вот в своей же системе... Это тоже, ну, нам очень нравится. Да, почему? Да. Не надо ничего даже переучиваться, просто сел, поехал. Да даже ладно переучиваться. Это вот тема такая же. Почему все любят какие-нибудь фильмы Тарантино? Почему все любят какое-нибудь искусство хорошее? Рука мастера, кисть, перо вела... Моя фраза та. Вот, то есть, да, ты садишь такой, о, я это видел. А когда вот в какие-то другие машины, такой, что это? Это чё? А, это тахометр, ё-моё. Ну, бывает же, реально, машина сел. Это определенно плюс. Мы как бы не расхваливаем. Не, не расхваливаем. То есть, практичный да, подход. Да, я именно то к тому, что эта штука стоит денег. Вот если ты сейчас такой захочешь построить свою машину, сделать свою приборку, стоит офигеть каких денег, даже учитывая, что сейчас там, понятное дело, нарисовать можно на компе что угодно. В целом, что это стоит бабок. То есть, если опять же взять те же самые приборки, там много кто пихал стандартные приборки, ВДО, то есть, опять же, машины дешевле, бе-бе-бе. Но вот BMW даже делали в дешевые машины, дорогие вот эти все штуки. То есть, тройки, простая машина, но вот по деньгам и технологиям она не идет ни в одно сравнение с какой другой машиной. Причем видос может быть просто километровым, потому что можно еще сейчас блок климата запихнуть, как отдельный просто тоже произведение, которое они тоже там вот как-то вот в своей системе варили. И вот реально там есть ощущение, что в BMW есть чувак, который приходит на работу такой. Не, вот если я буду сидеть и вот так одной рукой на Октоберфесте пить пиво и регулировать климат, может быть неудобно. Ганс, переделываем климат! То есть у них вот есть ощущение, что они вот этой вот темой страдают. То есть они такие, мы не все просчитали. Мы просчитали не все. Что конечно, если... Конечно, не все просчитали. В 39-х эти кнопки лопаются. Сами по себе. Кнопки лопаются. Подстаканники неудобно. В Е60 да. Такие, искореним. Да. Вставим подстаканник в середину панели. Офигеть удобно. Да, а потом... Но климат неудобный. Он не неудобный, он просто не вот удобный. Это вот, они вот с этим экраном, мы в экран запихнем, но не, потом... Не, там же ты крутишь, как у... А, там у не видно машины. Шкал, там не видно шкал. Там тебе видно градусы, там 20, там 18, 16, а правую сторону 26-28 тебе никак не видно. Потому что не развернуто к тебе, а все видишь. А сюда видно темп, то есть... А ну туда ты раз поставил 20-21, ну, да. И как бы ты не трогаешь. Да. Ну туда они вот что-то ладно. Нет, косяки подходит. Есть. В BMW есть косяки, есть, базара нет. Но вот про этот, про еще этот подстаканник, что они сделали решать подстаканников, но пришли с другого города другие немцы такие. Мы тоже такой хотим. И в 911 такой же подстаканник потом. 997, 991 и так далее. Там также подстаканник просто посреди панели. А в Е63. Е63, Макс, не надо, не начинай, не драконь. В Е63 вообще подстаканник, потом пацаны. Еще что я хотел сказать, это будет пускай восьмой пункт. Восьмой я не пункт. Считал пункты. Вы, если вы восьмой, считали, восьмой. Восьмой. Смотрите, наверное. Смотрите. Давай. Это очень... Е31 пункт. Нет, это очень важный пункт. В BMW я начинаю, ну, насколько мне представляется, это с поколения Е32, пускай с 86 года, наборные комплектации у машин. Нет двух одинаковых машин. Это прям железобетонный. Наверное, блин, по сию пору нет двух
абсолютно одинаковых машин по комплектации. Их вообще нету. Угу. Это 100%. Это, ну, это офигенно. Нет, возможно, есть эти пакетные, это которые офигенные... там, что у нас делалось в Калининграде. Пакетные машины появились... Е39. Нет, Е60. F10. А, ну, у меня была там Edition Fleet или... А, ну это да. Или да, Fleet да. Edition. То есть, ну, да. Есть базовая машина, и туда уже напиханы какие-то опции. Но один фиг, такой же, это второй такой же базовой машины нету. Но, на самом деле, эта тема много, кстати, кого удивляет, потому что у нас вот есть, у него E34, у меня E34. Две абсолютно разные машины. Да, две просто абсолютно разные. На его ездишь, подвеска по-другому работает, все по-другому, на моей ездишь, все по-другому работает. Вроде да. Там и там M50, и там E34, все разное. Все у разное. Него другой кузов, у меня другой кузов. У меня блок, у него нет блоки. У меня кондер, у него нет кондера, у него M-подвеска. И М-стабы. У меня нет ни того, ни того, но у меня есть блокировка. Короче, это вот эта тема. Наборные комплектации — это круто. По-моему, не так давно Audi в эту тему влезли. А ну я так, же. Ну лет 10 а назад. А я прям как будто... Ну, может быть, у Mercedes тоже это было, я как бы не знаю за Mercedes. Но вот эти наборные комплектации, это и с одной стороны это и беспонтово, и с одной стороны... Это офигенное, когда у тебя есть возможность машина полностью индивидуально под клиента. Знаешь, чем это круто? 100%. Вот у Петровского же тут есть канал Forever Manual, где он купил себе Кайман. Он... Когда покупал Кайман, он не мог найти информацию про этот конкретный Кайман нигде, потому что покупают, как обычно, мы покупаем самое крутое. А он такой, я хочу механику, сам простой мотор и больше ничего. Он даже, когда купил мультимедию, достал, поставил заместной карман. И это офигенный плюс, что ты можешь собрать машину под себя, как ну и да. делал это вот BMW со своей машиной. То есть, если есть бабки, ты просто... Мне нужен то, мне нужен... Вот у Макса, например, туринг, у него нет подогревых сидений. Да, с машиной всё. Франции. Да, я, чувак во Франции жил, так, да мне ничего не надо. Но у меня есть M-подвеска, Вибаста зачем-то. Ну, Вибаста у всех дизелей. А, ну ладно. Вот. Да. То есть... Пневмо с M-подвески. Ну, я живу во Франции. Да. Нафига мне подогрев сидений? Да. Так вот, если... И ну, люк да, стеклянный мне нужен. Да, люк стеклянный, а чё, почему нет, прикольно. Да. Возьмем красную E34, да. про которую тоже есть видос, там все дела. Вот, возьмем красную E34, там нет кондера. То есть немец жил где-то... Да, ну есть фаркоп. Но фаркоп. У тебя есть фаркоп, нет кондера, и М-подвеска. И блокировки нет. Блокировки нет. Ты что, собрался на фаркопе? Да боком ехать с этим, с прицепом, ездить по серпантинам, что ли? Без кондера. Пацан, ты что? Ну при этом музыка. Да. Опять же, музыка. А, и моторспортсалон. А, моторспортсалон, да. Спортсидение, это то. Но это мы еще. Про красную. Ладно, я же сейчас эти Е63 смотрю, мониторю. Здесь одна тачка. Все есть. Подстаканника нет. Кожаная отделка, сам 9-й год. Вся вообще. Там легко дооснастить. Панель резать. Там нет даже этой дыры подстаканника. Ну, панель резать. Не дооснастить. Е60 сложнее. Там вообще не сделать. Поменять панель надо будет. Да. Короче, давай подытожим тем, что никого не хотели обидеть. Машин дофига крутых. Да, просто, да. Это уже наша, такая как тема. Это наша кухня. Эта тема такая уже, то есть, ну, не... Она, может, тема, кстати, заезжена, может, кто-то про это говорил. Ну, да нам было интересно вообще. Просто пообщаться. То есть, просто я почему это сейчас записываем, потому что вот как-то разговор к этому сам пришел, мы такие, ну, наверное, пора обсудить, потому что уже вот мы... Не, ну, просто многие люди занимались не знают. Поршами, позанимались тем. Да, многие люди многие... сидят, боятся такие. Давай сразу развеем про это то, что... Давай развеем. Все BMW... едят масло, нет, и все горячие. Нет, вообще. На самом деле это вообще это не так. Фигня. Это полный бред. Все моторы в мире, во всех машинах, дизельные, бензиновые, ну, опять же, дизельные по-своему работают, бензиновые работают по-своему. Опять же, принцип... Никто не может жрать масло. Вот но это завода. Принцип двигателя, это противоречит одно второму. Ну, да, если да, у тебя да. мотор будет жрать масло, он не будет работать, он в принципе. Неисправный, он неисправный. То есть, да. Не должно то есть это быть. Все вот эти байки из склепа. То есть, если BMW есть там... Короче... Вот как пишет рекламация BMW. Если у тебя машина есть... До 1000 на 1000. До 1000... До литра на 1000 ну, километров. Да, 1000 это написано специально, чтобы по гарантии... Ну, ну, типа, отстаньте от нас, блин, никакой да гарантии потому что вам я, не потому будет. Что это все защита от дурака, потому что ну есть, да, защита от есть случай, я лично слышал случай, как чувак купил новый 911 и не менял масло 30 тысяч километров. У него сдох мотор, машину сдал по гарантии. Также дофига всяких других, то, если вы откроете форумы годов 2010-2012, там... Каждый будет кричать, что не нужно менять масло в автомате. Ну, это, да. ну то есть, они такие, мы меняем масло, автомат ломается. Но это не может быть. 2 плюс 2 не 6, 2 плюс 2 4. Если ты меняешь масло плохое на хорошее, у тебя все наоборот нормально. Ты же в моторе меняешь вот, логику. Ну, то ты есть, в моторе ты поменял, а автомат. Да, и чтобы вы понимали, дофига людей до сих пор живет вот по этой вот старой этой парадигме, что мы ничего менять не будем, ничего ломаться не будет, да будет. Вот у меня сейчас в Колымаге двигатель M60 V8. Про него всю жизнь были байки, что...
В моторе задиры, поршня там вниз стекают, распредвалы ломаются, людей убивают, цепи разлетаются, душат друг друга. Ну, то есть там что только не было. И вот у я 2 года на Колымаге, газ в палас, посмотрели, как сделан мотор. Супер классный мотор. Ну нету с ним таких проблем. И опять же, если вот этим всем Фомам неверующим, он нереально просто, там вот вообще ничего в моторе нету, опять же. Не, ну давай подытожим. Давай подытожим. Короче, мы... Никого не обсираем. Никого не обсираем. Абсолютно. Все машины крутые. Все крутые. Вообще все машины. Мне нравится много японских машин, много итальянских машин. Все крутые машины, но мы конкретно про любовь нашу к машинам марки BMW. Я не люблю их, почему? Почему ты не любишь? Он не любит. Не знаю, но это странно звучит, это как-то странно. Ладно. За практичное содержание. Не, просто почему ты вот выбираешь? Но она не практичная вообще. Да практичная, наоборот практичная. Вот именно. Она, самая практичная из всех машин на планете. Практичнее Порша, Марша, ГДРШа. По одной простой причине. ГДШа. Практично ГДШа ничего не может быть. Потому что мы тоже, вот опять же, тебе дают много денег. У тебя выбор купить Феррари, Ламборгини, Би-Би-Би или BMW. Ты же купишь BMW по одной простой причине, потому что она едет так же, не ломается, запчасти продаются в каждом продуктовом, все с ней хорошо, и семью можно повозить. И ты все про нее знаешь. Что это есть ЕТК, у тебя есть каталог, тебе не нужно звонить. Алло, пицца Италия, маринуацине, терамене, мне как поменять гайку? Тебе скажут, заказывай оригинальную гайку фирмы Фрам, мы ее из говна сделали, тебе отправим. Ну, то есть, вот эта вот тема, что... Вот это все сделано оправданно. Ну, кроме Е39, там вообще все не оправдано. Ну ладно, шутка. Да, что на самом деле по практичности очень практично. Просто все думают, что непрактично. А кто знает, что практично, они молчат. Потому что они такие, да-да-да, непрактично, непрактично, да-да-да. Вот как Макс радуется всегда, что никто не знает про какое-то масло, про еще что-то. За петуши эти дельфины. Как вот Макс что-то скрывает, все там, ой, дядя, никто ничего. Вот в этом прикол вот этих еще, то есть именно, ну, это БВшники, кстати, да, вот они такие все. Лишь бы они, да, пусть думают, что мы лохи. Да-да-да. Да-да-да. Че, нормальный итог? Пишите. Не подытожил. Пишите, я не подытожу. Подытожьте в комментариях. Вот. Подытожьте в комментариях. Может, мы в чем-то и неправы, конечно. Да, во всем неправо. Да все неправо. Вообще, да. Вообще не слушайте никого, делайте и думайте своей головой. Ну, нравится тебе, что? Че? Мерседес. Ну, ездить. Мерседес круто, мне нравится. Не, он так же круто сделан. Не, мне нравится круто. Мне кажется, Audi, Mercedes, BMW, Porsche все сделаны круто. Мне так кажется. Наверное. Потому что плюс-минус. Да нет, да все сделано. Опять же, тут история какая. И был старый видос про музыку, и чувак один сказал, о, берем пластинку, оцифровываем, и он такой, вот никто же не хочет в мире сделать плохо. Вот, ну, в целом, вот кто-то что-то делает, представляете, завод делает что-то, он же не хочет сделать плохо. Никто не хотел сделать плохо, все делают хорошо. Toyota крутые, Mazda крутые, Mazda вообще офигенная, Rotor единственная, ну, уникальные машины, супер уникальные, все круто. Дофига крутых машин. Сейчас про любую марку вот так тыкни. Альфа Ромео вообще. Вот Альфа Ромео люблю, но не куплю. BMW практично, надо покупать. Поэтому тут это. Короче, сложно. Это. Да. Подписывайтесь. Ставьте лайки, пишите. Не пишите. В голове. Лучше этого не слушать. Да, лучше меня не слушать. Я вообще что-то неправильный. Все. Пока. Представляешь, еще раз, пока там.